Приветствую зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня монтируем теплицу Павильон 2,5 м. Два с половиной на 6 с перегородкой на брус 100 на 150. Все, разгрузились. Приступаем к монтажу. Продолжаем монтаж павильона 2,5 м. Полностью собрали каркас, закрепили к основанию, обшили торцы, перегородку, начали стены уже перекрывать. Еще будем фрамуги устанавливать, перекрывать крышу, двери. На перегородке будет просто дверной проем, без дверей. Все, продолжаем. Закончили монтаж теплицы. Теплица павильон 2,5 метра в ширину. Длину 6 метров. Значит, свалена конструкция. Профильные оцинкованные трубы 40 на 40, ноги 20 на 40, крыша, наполнение 20 на 20, торцы тоже 20 на 20 и 20 на 40. Окрас полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Фундамент сделан из бруса 100 на 150, пропитан антисептиком. Поликарбонат 4 мм, новатор 0,75 плотности. Все соты защищены перфолентой, торцевым профилем. Здесь уголочки обрамления, отлив, уплотнительная резинка. С обоих торцов цельная дверь. Крючок на резинке. На двери стоит резиночка уплотнительная. Тут, значит, все, дверь закрывается плотно. Так, значит, перегородка. Две секции по 3 метра. В каждой секции коньковая фрамуга на ручном управлении. Все, колышки, землю, якоря укосины диагональные. Дальняя дверь тоже цельная. В перегородке просто проем. Клиент захотел. Все. Четко, мощно, красиво, эстетично. Красиво. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, заказывайте металлоконструкции. Всем пока!